Для начала нужно обжарить курицу. Добавить растительное масло. Добавить специи. Я добавила паприку. Молотый чеснок. И добавлю перчик. Кстати, я еще посолила немножко. Теперь нужно обжарить золотистую корочку. Лук порезали кубиками мелко. Нужно его обжарить. Обжарили до золотистой корочки. Морковь натираем на крупной терке. Добавляем ее к луку. Немножко обжариваем. Вот я подготовила картошку. Берем и режем вот так вот кубиками. Лук с морковкой у нас поджарились. Добавляем курицу. Вот, добавили курицу. Почему я обжариваю ее? Потому что когда она обжаренная, тушеная картошка получается очень-очень вкусная. Пока мы подготавливаем картошку, закрываем крышкой и на медленный огонь. Вот я нарезала, добавила картошечку. Перемешали. Накрыли крышкой. Берем кабачок и нарезаем тоже так же кубиками. Один кабачок. Молодой. Вот, нарезала кабачок, добавляю ее в кастрюлю. Добавили воды, чтобы картошку накрыло кипяченой водой. И добавляем соль и специи. Добавляю соль. Добавила перец горошком. Молотый чеснок. Молотый перец еще добавлю. Добавлю еще паприки. И все. Нужно теперь перемешать. Перемешала, добавила ролл лист. Теперь тушим, пока картошка не начнет развариваться. Я люблю, когда картошка такая ближе, как уже становится к пюре, разваристая, вкусная. Ну все, накрываем крышкой и тушим. Достаем курицу, отделяем от костей, от кожи. Разделала курицу, теперь нужно добавить ее в картошку. Ну вот и все. Моя тушеная картошечка готова.